Привет! С вами канал Инстаблог о звездах. Лобода рада тому, как вовремя переехала жить в Европу. Певица очень сильно переживает за родных и близких, которые живут в Киеве. Плачущая Света призывает остановить военные действия и взывает российские власти к миру. С моими родными и близкими, живущими в Украине, с моими друзьями. Я не могу себя собрать и не понимаю, что делать. Хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, в подвалах, в метро, потому что вывести мы их пока не можем. Делитесь видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.